Да. Проспект начинает за КТ, а Ван Вин в атаке. Шансы на... Точнее, вообще, винрейт на пистолетках у нас 60 на 40 в пользу проспект. Причем, это что было? Ты видел, на скейте просто выехал. Как выехал, так отъехал. Нет, я про никеля. Он выехал как на скейте просто. Там забегала моделька. Бывает даже, который в КС. Ой-ой, как напихали. Ну и казалось бы, проспекты... Подожди, Бобик живой, но нет. Трэвис его добивает и падает вместе с ним еще и Френча. Я скажу так, Трэвис на фулл дизреспект, даже с бомбой туда побежал. Это если смотреть недальновидно. А если смотреть дальновидно, то если ты делаешь эко, играешь первый девайс, ты, скорее всего, его проиграешь. У тебя нет утилити, плохие ганы и т.д. и т.п. А если смотреть... Ну и потом ты делаешь еще один эко, то есть ты даешь 4 раунда. Ну да, ну я про это говорю. А так ты играешь сразу фулл ганы, фулл гранаты, авик. Делая форсбайт, не только имеешь шансы выиграть форс, но и при этом на один раунд меньше всего даешь, делая экономически. Да, а да. Какой скаут? Он ушел, ушел. Это все потому, что не было информации по спине, и поэтому пришлось ретироваться. А зачем он так? У него, посмотри, где в бдоме Бобик. Ну, так уже все, так там же не было Бобика, он с Андера пришел. А Френч, он тем временем еще даблкил фармит со своего МП9. Параллельно Дека забирает его, и остается 1x2. Понимает, что хайп где-то близко, возможно, на головах. Сейчас вспом. Ну, не знаю, не там спина уже горит, спина уже горит. А времени нет. Все, Дека сам себя переиграл тем, что вот так вот начал ползать. Видел одного, видел второго. Поставить бомбу, поставить бомбу, поставить бомбу. Заставьте Дека, но не успеет же ничего сделать. Как они его батят, посмотри. Да, он батится еще на них, ведется. А, он еще по пулике стреляет вот так. Хэдшот! А, он был близок. Найс, трай Дека. А, не после таймера погиб? Он после таймера погиб при этом. Да. Результатов еще не было. Да. А потом вот прошло время. Так, пошел сплит на А у нас. А, неплохой фулл-блайнд фраг выдал, но тем не менее Трэвис дает даблкил, и Рольфа уже отзонивает с помощью флешек. Еще душить идут. Ну, Трэвис просто. Ну так, Трэвис, кричит, я в соло. Дэм. Дезмач. Ну, да, тяжело проспектом тут. Говорю, ну просто люди сильнее играют. Ну, так бывает, к сожалению, для проспектов. Действительно, это правда. Да, есть такое. Так, у нас эко-раунд от двух заселенных кольтов намечается. А там фулл-читка и пробежечка под бэпленд. Форестера забирают, получат трофейный калашников. Но не успеют, не успеют они на дефенс бэпленда. Будет только один френшан за колонной. Да, падают игроки на Б. Там бомбу выкинули, и никто за ней не идет, обратите внимание. Дека такой, ладно, парни, пойду я тут. Всех заберете вы, мне даже никого не оставите. Угу. Частенько у меня тоже так бывало. Все хавают эко. Там бумыч уже, да, всех покусал, всех ставил. Следующий раунд ожидает. Недоеденными? Нет, только одного Рольфа недоеденными ставил. Остальных всегда ел. У него одно хп осталось, ради правда, бумыч сделал это прям. Как тебе играют, а на самом деле, когда против тебя так люди играют, уверен, тяжело играть. Потому что они, ну, так прям давят тебя. А если ты не можешь морально собраться, то... не увидел ножку! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну там есть информация по КТ, потому что наконец-то Тавик Рольф теперь не простреливает, стреляет его половинчатым, он пока что теряется в смоках. Хайп убивает Трэвиса. Уже два фрага дают хайп, ну, молодец. Дизреспект, нет смока на сити. Он не с КТ убил. А, с КТ. С КТ. А, просто... Он открылся под, да. Не, я просто видел по радару, игрок на голову зашел, и между сразу игрок умер. А это он с КТ убил, я понял. Угу. Так, что делают у нас Ван Вин? Они пока что отступили. Немного регруппнулись, но Френшан убил Дека. Есть ощущение, что Ван Вин мог на ноге играть фастово все раунды, как в стиле фурии, так сказать. На миду там носиться, там, фастовые раунды на А делать, на Б. А вот против Авика такое, на самом деле, тяжеловато, даже если есть столь большой разрыв по навыкам. Не, ну, понятное дело, не без гранат. Я ж не говорю, вот так без гранат выбегаешь на мидл, полетели. Не, понятное дело, под флешки все грамотно должно быть. Так, Форестер лишает информации проспект под Б. Не лишает он их информации, потому что Бобби его перестреливает. И такое порой случается. Доби. И вот он.
Ну, позиция неплохая, он должен хотя бы одного бить. Ну, прицел как-то близко держит. Ну вот, поставил бы шире прицел, убил бы сразу. Здравствуйте, Кирилл Михайлович. А вы что, гуляете на экскурсии? Хайп еще и простреливает Форестера. Очень больно. Форестер лишь 28 хелспоинтов остается, но в ДК убивает Хайпа. Ой-ой-ой, Френшан и Рольф заканчивают раунд, и это уже третий для проспектс. Экономит. Смотри как. Бомба ставится, смоки рассеиваются, и начинается ретейк 5 в 5. О, в ниндзя погибает игрок. Забрали Форестера. Френшан. Ой-ой-ой, еще и Трэвиса убили, но как-то такие халтурные пики не срабатывают. Буч забирает Френшмана, но все, рассыпается Ван Вин, и это уже четвертый раунд для проспект. Слушай, такие да темпы, первую половину можно выиграть. А чем Ван Вин так жмутся? Флешки в КТ дали, задавили, все. Так не было, не было, они все отдали. Не знаю, как будто они могут на ноги играть. Могу серьезно комментировать. Может, я Боб тогда уже так рассыл. Эй, Боб. Возьми потом Боб. Боб, да Бобби нормально. Боб, есть ложка Зигу? Так, ладно. Хайп. Ой-ой-ой. Не попал! Ой-ой-ой. Еще и продам это. А че? А че произошло? Они же понимают, что, ну, что это такое? Он же, ну, не попал. Все. Рамбос! Буки забирает ДК, размена нет. Понимал Никельбек, что если он будет, он, скорее всего, умрет. О, вышка, вышка, вышка. Ай-яй-яй. Рэвис заврал Бобби, но параллельно с Буки убивает Никельбека. Да, я думаю, Алексей Трофимов сейчас очень недоволен. Трэвис наказывает Спуки. И 2 в 2. Я знаю по себе, когда вот так мышка прыгает в моменте. Уф, это... Я думаю, как вы все в чате, ребят, понимаете, каково там это. Там подсадочка в окно. Флешка. Смоук на, а? Ну и зайти в этот же смог. Ну, а просто с одной по голове, Рольф последний, 1x2 остался он. Найдет на свидание со своей судьбой. А 10 секунд. А, они еще на бой бегут. А может, сами себя переиграют? Он услышал? Не знаю. What? What? Он это услышал? Как? А там, как, подожди, как Сандра можно Кичин услышать? Может, как-то услышал там. Да. Может, просто понял. Или, может, тебе спики подсказали. Иногда, ты, кстати, со спеков лучше слышишь, чем сам играешь. Знал? Ну... Поэтому всегда надо подсказывать мне там. Ты со спеков лучше слышишь все звуки. Такая вот фишечка. Фишечка. Понятно. Ой, Трэвис сидит неприятно. Бах! Что-то роль с это квадро. Разбитыми. Квадро Трэвиса. И седьмой раунд копилку Ван. Да. Только на туда. Так, вроде коннектор под флешку, никельбэк. Флешка не сработала, спуки стоял. Антифлэш. Ой. Сбрила. Ой-ой-ой-ой, как близко простреливал Бумыч. Не увидел он ножку Френшана, смок обновляется. И выход будет на бест литом. Как будто бы да. Но нет, уходит из-за дома, Форестер. Уже похож на асплит больше. Так, хайп. СВП крадется в окне. Это что за картинка у Френшана? Аркадий Дим Думикян. Что-то не понял. Это кто такой? Аркадий падает у нас в холпе, Аркадий. Так, все, тихо, ты успокойся. Хайп забирает Бумыча, репикает Савика, но Дека не дает ему раскрутиться. Хотя Рольф убивает Дека, и как бы ситуация 2 в 2, а времени 30 секунд, а игроки красные, и преимущество за проспектс убивает Бобби Форестера и падает последний Трэвис. Молодцы, огрызаются проспект. Спаслись от экономической ямы. Хоть Аркадий и пал в холпе. Ну ты видишь, какой хитрец у нас на Рольфе. Потому что у Форестера есть смок и флешка. Ой-ой-ой, вырубили Рольфа. Подняли на хулиган. А спину еще играет и Бумыч. Форестер забирает Френшена. Хайп дал минус по дека. По хайпу есть информация, он остался красный на сити. Посмотри, как смоками зовут. Ну там Бобби сквозь смоки и хайп все-таки делают по фрагу. Бумыч свою позицию только хотел сказать, не реализовал, но он еще как ее реализовал. И последние два игроков играют сити. Спуки видит никеля. Плохая стрельба. Никель пока что живет. Кстати, ладно, сейчас мы поговорим. Пусть и ползает. Какая-то ситуация. Зря, зря потопал Никельбек. Да, да. А так они 2 в 1 были? Да, он мог дальше. Да, он мог даже на шифте. Хайп живой? Мне кажется, он мог на шифте отползти, не? Так да, даже да, если да, хотел да, так да, уйти. Да, да просто на катериал чекать смог. Да, я понимаю, там преимущество у КТшника. За... За спину. Но он услышал прыжок Бумыча и забрал его. Ты знал, кстати, у собак есть такой электрический ошейник? Не, реально. Что когда они слушаются, 9-6. Да не знаю, да Ван Вин уже 7 взяли, это более чем хватит. Быстро ротация пошла на Бплэн. Успеет ли игроки помочь своему тиммейту Бобби?
спрятался, спрятался в хорошей позиции. Спуки забирает Форестера, Бобби также убивает Дека. А все или не все? Никельбэк дал фраг по хайпу. Спуки разменивают бюстом Бумыча. Трэвис не читает, нет информации просто по Бобби. Он там прыгает, скачет за смоками. Бобби вообще не понимает, где он. Никель забирает. Бобби остается куда? Один на один против Рольфа. При этом Никельбэк красный, а вот Рольф уловый. Кто фас крикнул? Да нет, зачем? Я не понял, зачем он спрыгнул так? Ну, вроде он, не, да, этого круто мансил. Два килла дал, он мансил круто. Он сидел под тачкой, залез на тачку, убил там, запрыгнул бы дом, убил там. Потом опять спрыгнул на тачку, там такая вообще в канале происходила. Ну и по итогу Рольф переигрывает Никельбэка. Это 7-7, паритет и плохая экономика. Лес в 10. Так, у нас тем временем встреча на центре. Ой-ой-ой, Бумыч, какие плохие тайминги. Френшн с такой стрельбой. О, смотри, он его... Хорош, Спуки. Так долго гнался за Бумычем, чтобы ничего не сделать. Преследую цель. Цель бежит гейли. Ну его все будет и падают. Вот смотри, вот я почувствую тебе боль, Спуки. Он всю карту обошел, всю инфу собрал. Сейчас он одного заберет. Нормально. Этого это мало, надо других искать. Надеюсь, он не будет стрелять и посмотрит, где остальные. Он там развернулся, да. Форестер на чуечке просто. Между не читается, я думаю. Угу. Не читается. Сейчас умрет. Да, тяжело такую зачитать, такую позицию. Ну, пожалуйста. 80. Так, а тут у нас подсадочка пошла бы дом от Форестера. Фишечные, фишечные, поехали. Но Форестер падает. У меня здесь дежавю, зеркальная, да, пистолетка. Да, да, но тут уже Никельбэк заставил сделать сальтуху Бобика. Но, тем не менее, размены от Трэвиса летят. Трэвис нужно еще один килл давать, чтобы выглядеть размены. Тиммейты подоспели, Трэвис убивает хайпа. Тиммейты падают от Рольфа, и Трэвис все на его плечи. 1x1. Он делает квадрокилл и вытаскивает для ванвин вторую пистолет. Как же он хорош на пистолетных раундах. Вот заметьте, он... Так забавно, Бобик пытался выпрыгнуть в окно, и он это сделал. Правда, уже не живой, а мертвым. Как же он хорош на пистолетных раундах. Ты посмотри. Да, даже все мне... хорош. Так, а тем временем проспекты у нас готовят сплита-планта. Не раскинули full middle, выкинули бомбу под коннектором. Рольф читается максимально, Бобичок съедает, я бы даже сказал. С МП-9 в упоре. Ну, как-то пиздина. Ну что это такое? Типа это фейк. Почему у них двойка выходит на А и двойка выходит на шот одновременно? Я тебе объясню, типа фейк сплит А не делают, но только так коряво, они одновременно побежали, реально. Ну. Как бы это. Как будто мы просто чувакам лайки. Что ж ты нас не слушаешь, бро? Мы же тут стараемся, студии аналитики. Ну посмотри, вот даже такие ганы у ванвинов. Там фармилки, фамосы. Я думаю, даже такой раунд заберут. Но Бобик не сдается, верный. За тот самый экспресс. Да, потеет за твой экспресс как может. Так, ну уже два энтри-фрага. Слушай, это пахнет выигранным раундом для Prospects. Но это такой, это не самый лучший бай у ванвин. Как мы видим, у них фамасы, галилы. В общем-то, не самые лучшие девайсы. И тем не менее, ситуация уже 3 в 5. Честно, сейвить хотят. Ну, а что им сейвить? Посмотри на их деньги. Во-первых, деньги, во-вторых, игра на таком дисреспекте, поэтому сейва не будет. Дека обрубает Спуки, остается при этом красным. Им даже не сейвить, им просто надо загонять. А вот уже 3-3. На. У Трэвиса есть щипчики, у Форестера есть киты. 2-1 был кайф до начала на 2-0. Боже, я пропустил свою возможность стать миллионером. 2-1 был кайф на 2-0? Да. Предматчевую, нормально, нормально. Хайп убивает Трэвиса, 2 в 2, хэшка полетела, хэшка не самая лучшая, хайп немножко потерял здоровье, но чуть-чуть. Но киты есть, понимаешь? Тут, тут позиции неплохие могли бы быть, если бы хайп играл с тиммейтом в паре, а не в соло. Рольф 1x1 перестреливает Форестера и выигрывает 8-й раунд. Вот тебе, возможно, и ТБшка. Другим то, к чему доступ у тебя закрыт. Да. Красиво, красиво. Так, ну что мы тут видим? У нас уже энтри-фраг от Дека по Бобику. За что Бобик, Дек? Как это звучит? Так, Трэвис, ну тут даже, ну, я понимаю. У них бомба снова на полтора, да. Чел вышел на Б. Такая позиция, которая не существует. Френшан вышел на Б, но в чем смысл? Опорников не существует. Во-первых, да, опорники, а во-вторых... Что это такое? Это все миф. Просто вот человек идет боком к Вену, все равно. Человек выпрыгивает в окно, идет зигу, и все равно на опорников там. Как это происходит, ребят? Ну, видите, ну о чем речь? Вангар Фан, здорово. Конечно, помню всех своих старых зрителей. Здорово, здорово. Рад, что ты до сих пор смотришь мои трансляции.
Шкодатор Аналитика, что будете делать после игры и вообще после стрима? Ну, после игры мы немножко поговорим, скажем, насколько плохие проспекты. Но ты, Люк, что будешь делать сегодня после работы? Стримить? Люк будет стримить? Я постримил тут, поехал домой, постримил. Тут уже, смотри, я уже как обустраиваюсь, как дома, чатик открыл. Просто матч смотрим вместе, ребят. А что ты будешь стримить? Не знаю, подумаю. Тут лучше, может, не говорить что-то. Интригу затаить. Да, подумаю. Вот оно как. 4 в 2, я не знаю, ну, а сейчас опять боком, да? Можно пока с тобой новость про Copenhagen Flames обсудить. Да, ребят, вскочила информация, что Copenhagen Flames вчера объявили о банкротстве, поэтому их организация больше не сможет выплачивать зарплаты игрокам. То есть сначала была у нас еще неделю назад, они делали пост, что ищут спонсоров. Угу. И там даже было. Вообще новость. Так их кошмарит с авиком, что. Ну, смотри, они угадывают, вам видно, не стакнули. А, там выход на Б, лишь один на один. Форестер будет дефать Б-плент. Он забрал Бобика. Выход продолжается, Молик ему под ноги. Форестер надо жить. Есть уже тиммейты на помощь. Как же долго проспект выходит на плент. Да. Саплента, уже ротация пришла. О, там еще люрки. Они такие, куда бежать? Давай на. Да там уже люрки умер у нас, куда? О, как? Как хайп убил никеля? Что это такое? Ой, как не попал! Дал такой флик, вот не попал в легкий выстрел. Я про такую говорю. Ой-ой-ой-ой, такой флик дал, не попал вот это. Ай-яй-яй. Дал бы фраг 2-2 были бы. Так, ну и Френшан последний его добивает. Бумыч, экономика у атаки на бай присутствует, но последний. Прочекли яму тем временем уже. Бумычу дали глубокую флешечку. Ставим контеги игроков в онвин. Лучше не стоит. Так, ну и что? Что придумают у нас проспекты? Что-то придумают? Ой, так, какой ретейк мида пошел? Молики. Жестко. Под флешечки, под молики. Не придумали. Ребята спрыгивают Никель Вандер, но тут уже Спуки его так просто не отпускает. Хотя Спуки остался последний на центре. Там же и пачку нашли. Ой-ой-ой. Это Капитан Спок. Тут все наши Вови, Капитан Спок, Рофл. Неплохо ты это придумал. Не, Спок — это первый помощник. Ну, не знаю. Как-то, ну... Без зуба пока. Да я не думаю, что что-то поменяется. Нету задумочки какой-то клевой у них. Я говорю, вот за счет какой-то задумочки, жесткого раунда, за какой-то нереально раскид на А, они бы, может, и могли бы выиграть. За счет крутых командных действий. Но играя вот так... Да, видно, что Ван Вин, как тебе сказать, не то чтобы не потеют, да, конечно, над всеми матчами команды потеют. Играют уверенно в себе. Стой, допуская немного лишние действия. А давай, я тебе сколько сказал? 10 максимум? 10 максимум, да. Ты что, не только мне, а зрителям. Да, ребят, ну, не знаю. Просто родился гением, что сказать. Я не хотел этого всего. Не спеши, он еще бомбу поставит и раунд выиграет. Я не хотел этой славы, знаете, всего хайпа. Куда ты ставишь подкон, братик? Бумыч прощает? Бумыч дважды прощает? Что? А чего он так боится его? Бумыч трижды не прощает. Там Форестер сказал, раз Бумыч прощает, я не прощу. Вот тебе 10-15. Да, он поставил бомбу, он выиграл немного экономики своим тиммейтам. Там теперь хоть какой-то бай будет. Сначала команда учится играть за КТ, а потом только за Т. То есть если вот сражаются команды разных уровней, то скорее всего КТ-сторона будет гораздо сильнее. Ну да. Полетели смог бы флешки. По-моему, даже и флешек не было. Да, хотели... Бомбу поставить, возможно, если... Ну, не знаю, вот на что они рассчитывали? На какой-то неждан? Типа, они даже мидл не отжали и рассчитывали, что фокуса нет на ковры и на яму. Ну, как это складывается? Вы не отжали мидл, не напрягли карту никакую, не сделали расфокус челам. Ну, на что вы рассчитываете, выходя вот так? Никакого тайминга не будет там. Люди будут смотреть в эти точки и все. Бумыч погибает, выход на плент. Рольф остался красный, его проследует сквозь маки. При этом хайп пытается жить за искрой. Параллельно Френшан работает и стирает своего оппонента. И вот уже 2 в 3 преимущество за проспектс. Это, возможно, тотал больше. Именно в этом раунде решается судьба Тотала. Ну, есть инфа по двум. Ну, как будто бы засейвят. Как будто не пойдут, да. Да, дека уйдет на сейв, и это все-таки ТБ, друзья. Поздравляю всех, кто стоял на ТБ. Всем стрим соболезную. Кто стоял на ТМ. Да. Ну, близки были ванны к тому, чтобы выиграть этот раунд, просто как-то... Я в жизни думаю, что что-то кто-то поставил. Как бы все равно на это. Ну, тем более, что есть те, кто ставит и на ТБ, и на ТМ. Угу. Френш находит Эндрик у нас уже в доме. Так, и ротация под апленд, где стоит у нас Бумыч со скаутом. Да, именно Бумыч, не дека, все правильно. Да это часто можешь увидеть, то же самое в фейзах Керриган берет. Угу. Какая частая практика. Бобик забирает дека.
еще пытается дать размен, но там еще скоро будет дроп апартамент. Смок вообще прилетел. Тем не менее, смок не сдержит выхода. Смок — это не стена. Оу! Бумыч убил Бобика. Там никельбэк на прикрытии. Погиб Бобик. Ресеф. Ой, как вы отстояли! Угол хороший был, Бумыч еще убивает хайпа, прострелом сквозь голову, репикает, промахивается, там вышел Рольф, по нему информация появилась, никельбэк убил в спуке, и уже два красных игрока остаются, но Трэвис и никельбэк стирает их! Я же говорю, они заберут этот раунд!